Прошлая неделя в Славянске прошла не только под знаком Международного женского дня. Для наших любителей спорта это была неделя бокса. В Славянск на Кубани, чтобы помериться силами, приехали боксеры из разных уголков края. В спортивном комплексе «Лидер» состоялся чемпионат и первенство Краснодарского края по боксу среди юниоров и мужчин. За спортивными баталиями на протяжении нескольких дней следили наши корреспонденты. Дмитрий Зубко заниматься боксом начал в 7 лет. Несколько тренировок в день, строгий режим и, конечно же, прекрасный наставник, разглядевший в спортсмене задатки чемпиона. Все это сделало свое дело. В свои 17 лет Дмитрий – мастер спорта России, двукратный призер первенства России, четырехкратный чемпион Южного федерального округа. В очередной раз Дмитрий вышел на ринг бороться за звание победителя. Считаю, что более мужской вид спорта. Соперники выходят один на один. Нету зависит от тебя, твоего настроя, от того, как ты тренировался. Да, в футболе, то есть от всей команды, от кого-то еще, от тебя зависит. Тут только от тебя зависит все. Но это уже переросло в что-то в жизнь, это работа. То есть занимаешься, ваше все это время, уделяешь все почти время боксу. Более 100 спортсменов из разных уголков Кубани приняли участие в чемпионате и первенстве Краснодарского края по боксу. Эти соревнования проходят ежегодно. Посвящены они заслуженным тренерам Советского Союза Артему Лаврову и Владимиру Киркорову, которые внесли большой вклад в развитие бокса в Краснодарском крае. И не случайно соревнования прошли именно в Славянске на Кубани. Славянск – это город спорта. Здесь к спорту относятся очень тепло, предоставляют все условия для успешного проведения такого масштаба мероприятия. Киркоров и Лавров – это великие тренеры, на которых еще многое поколение будет равняться и стремиться быть такими, как они. Участники выступали в своих весовых и возрастных категориях. В первенстве края принимали участие юноши 16-17 лет, а в чемпионате – мужчины с 18 до 43 лет. Среди них и наш герой Дмитрий Зубко. В финальном поединке он встретился с мастером спорта из города Краснодара. Несмотря на серьезный статус соперника, победа Дмитрия была бесспорной. Все три раунда финальной схватки славянский боксер шел с уверенным отрывом. Всего в чемпионате и первенстве приняли участие 9 славянских боксеров. Наши спортсмены показали очень хороший результат и принесли в копилку 3 первых места. Одержал победу и Дмитрий Зубко, тем самым завоевав себе путевку на чемпионат Южного федерального округа. Надежда Калинина, Александр Косицын, Игорь Ванчугов. Программа «События».